Are you ready? Vamos, doutor, mala moja. Let's get it tonight. Hasta la vista. Dance for life. Танцуй ради жизни. Танцуй ради жизни. Танцуй ради жизни. Танцуй ради жизни. Соединяющие сердца – это интерактивные уроки, которые проходят в школах. И самое классное на этих уроках – то, что не надо просто тупо сидеть за партами и ждать звонка, когда урок закончится. На этих уроках ты получишь информацию о том, как сохранить свою жизнь. Можно отдыхать, веселиться, танцевать, общаться со своими сверстниками, которые как раз и будут рассказывать о проблемах ВИЧ-СПИД, о проблемах, которые касаются действительно нас, молодежи. Очень здорово, что символом проекта является танец, потому что танец – это современный язык. Танец – это движение, танец – это жизнь, и танец – это свобода, что самое главное в жизни. Изучив движение этого танца, ты можешь высказать свою жизненную позицию, как и тысячи молодых людей по всему миру, о вопросе ВИЧ и СПИДа, и сказать о том, что ты знаешь об этой проблеме, и ты готов с ней бороться. «Танцуй ради жизни» – это не просто танцевальный проект. В конце концов, танец, музыка – но это лишь средство, которое позволяет людям объединяться, в особенности молодежи, позволяет чувствовать себя частью чего-то большого. Если смотреть глубже, этот проект объединяет, обучает, можно даже сказать, вдохновляет молодых людей из многих стран мира объединить свои усилия, чтобы решить проблему ВИЧ-СПИДа. Программа так и называется. Жизненные навыки. Они позволяют глубже рассмотреть вопросы, которые волнуют молодежь. И, если угодно, ответить на вызовы, которые жизнь подбрасывает. В конце концов, давайте договоримся и признаемся в том, что за нас никто не решит нашу судьбу. Что мы сами за себя в ответе. Танцуем ради жизни! Приобретай жизненные навыки вместе с проектом «Танцуй ради жизни». Действуй ради жизни – это одно из направлений проекта «Танцуй ради жизни». Ребята во всем мире становятся волонтерами проекта «Танцуй ради жизни», работают в командах, проводят уроки в учебных заведениях, организовывают образовательные занятия для своих сверстников и передают им информацию о том, как защитить себя. Приняв участие в туре «Соединяющим сердца» и направление проекта «Действуй ради жизни», ты сможешь получить статус «Человека перемен». Ты сможешь участвовать во всех мероприятиях проекта «Танцуй ради жизни». У каждого из нас есть таланты и умения. И если объединить наши усилия, то мы сможем очень много. Не оставайся в стороне. Действуй, действуй и еще раз действуй. Раз в два года тысяча молодых людей по всему миру, которые внесли свой
вклад в борьбу с ВИЧ и СПИДом собираются на этом грандиозном мероприятии «Танцую ради жизни». Эти молодые люди получают статус «Человек перемен», и у них появляется возможность не только отдохнуть, потанцевать и посмотреть на проделанную работу, а увидеть при помощи спутниковой телевизионной связи тысячи таких же людей по всему миру, исполнить символический танец, который всех и объединяет в движении «Танцуй ради жизни» «Dance for Life». Dance for life. Dance for life. Dance for life. Lethal.